Ну а пока статистика, которая прояснит, как работало ведомство. Более 600 чиновников привлечены к уголовной ответственности за коррупцию. Это данные за первое полугодие. Среди них 61 руководитель республиканского и областного уровня, в том числе вице-министр и трое судей, а также 7 региональных акимов и их заместители. Кроме того, за коррупцию подчиненных троих госслужащих уволили с занимаемых постов. Еще более 30 руководителей были наказаны, заявили в агентстве. За этот период в бюджет возмещено 15 миллиардов тенге.